Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 27 сентября. У меня очередная прогулка в лес. Я уже нагулялся, сегодня находился. Собрал немножко грибов. Сегодня не особо результативный был день, но разнообразный. Было разнообразие грибов. Ну, как всегда, вот с десяток 11 штук это белые грибы. Немножко маслят нашел. А бабки, зонтиков куча там была. Немножко вот взял пожарить. Вот такая вот у меня получилась прогулка. Но я не буду вас долго томить своими разговорами ни о чем. Лучше посмотрите все сами. Я вам сейчас все подробно покажу, как я собирал эти грибы, где был, как гулял. Так что усаживайтесь поудобнее и смотрите, наслаждайтесь сбором грибов. А я отдыхать. Спасибо, что смотрите мои видео. И до новых встреч. Мухоморчик. Чё у нас на солнышке, какой грибочек красивый. Вот это рыбище. О, какой. Белый, белый, белый гриб. Маленький, беленький.
замечательный грибок. Ну ничего, сойдет. Всем пока!